Всех приветствую на канале «Разносторонние интересы». Сегодня у нас 18 марта 2019 года и 11 часов у нас дня. Находимся на юге Беларуси, пасека моя. И сегодня у нас с утра так солнечно, погода теплая, немного на солнце так 18 градусов тепла. Ну, тени где-то около 10 будет. И небольшой такой юго-восточный ветерок. Вчера было с утра тоже так неплохо. Тепло. Солнце светило. А потом после обеда задул сильный ветер, дождь пошел. Поскидало мне тут малость шифер с ульев. Уже у меня есть вот такая вот штука черная. Утеплить, не утеплитель, а пластик. Я им понакрываю ульи. Но не так, как сейчас вот лежат под линией, а типа так вот, чтобы лежали листы и лист под лист, так как они узкие, сантиметров 50. Битум поналипший, это бэушная штука. Так что поперекрываю. Вот это, этот потолще, как-то его называют, техноликоль. Он потолще и на битуме, так летом не очень расплывается, да, когда крышу открываешь, она на завесах, то под это подпираю палкой, так проминается. А та штука вот поплотнее, хорошая, так что поперекрываю ульи, где нуждается в этом. Что я пришел немного решил видео снять. Вчера то погода туда-сюда была, еще не очень, чтоб теплая. Это я зашел посмотреть, что делается. Хотел сегодня от клеща обработать, покуда взятка не началась. Бипином. Раньше я все время полосками пользовался, но решил для смены препарата бипином обработать. Так что обработаю, если, конечно, получится по погоде, не спорится после обеда. Вот это мои злющие пчелы. Снимаю я дней 5 назад ролик, то обножка только-только началась носиться у нас. Вот. А сегодня, гляжу, уже много пчел идут с обножкой, да и с крупной. Короче, я от этого улья злющего ухожу, того, что уже пчела пытается укусить. Это зараза. Главное, целиться в нос все время. Ладно, найдем более спокойных пчел. Все равно не отстало. Я без маски снимаю, хожу. Неохота, чтобы за нос грызли. В этих наших местных породах пчел то чисто работает лед рабочей пчелы, а бакфасты облет строили. Это семейка бакфаста синяя, следующая вот фиолетовым это бакфаст и желтым, и все они облетываются. Такая пчелка красивая. Ну, эти не злые, можно возле их и постоять немного. Полетели гуси. Гуси обычно летят, то провода замыкают. Ну, вот это бакфаста пчелка. Крупную обножку несут. Я поставлю фотик, чтобы самому не сидеть. Посмотрите на обножку. Ну и на пчел сами. Там заваливается. Короче.
Вот, установил. Обложку не очень видно. Вот, бляха, сломалась это. Нажал немного, крепление сломалось. Так, будем, значит, следующее держать все время в руках. Вот это тоже бакфаст у нас. Также обножку несут пчелки. Не буду им мешать облетываться и работать. Пойдем, где меньше лед у пчел. А вот шиферину ветром сдуло, поломало с улья. Немного даже жарко на улице стало. Вот здесь лед поменьше пчел. И видна обножка везде. Напомню, 5 дней назад приносили единичные пчелки. Каждая, наверное, 20-я. А сейчас стало побольше. Наша местная пчела, и здесь местная. У меня всего лишь 3 семьи с матками бакфаст, с молодыми, и одна со старой маткой. Вот это здесь лед малый пчелы. Немного ослабла семейка, но обножку все равно несут. Ролки здесь летают, видно, потащило. Не успела потеплеть, уже воролки пошли. Ну и обножка вон с такой крупной пришли пчелы. Короче, надо отсюда сваливать, а то все укусить пытается, не нравится им. Я без маски хожу, а наша пчела, она не очень то и дружелюбная. Только фотоаппарат леток воткнул, сразу бросаться начинает. Это вот бакфасты у нас. Возле их постоим немного, посмотрим. Здесь матка старая, уже 4 года, наверное. Ну, обножку несут обножку, вон желтой крупной пошла. Ставил я им сироп на днях. Эти, кто не заметил, сейчас гляну, взяли, что не взяли. Через низ пчелы ходят, чтобы не подавить крышей. Утепление тут столько у меня лежит. Так, проверим. Так, сироп забратый уже. Баночка пустая. Надо будет банки поснимать уже. Оставил, когда это заморозки ночью были, чтоб брали. Здесь поназалазила пчел под крышу, откуда они попропадали. Ай, укусила за ногу, сквозь штаны дочешется. Да. Посмотрим, что тут. Это у нас семейка, что пропала почти.
Я им сиропчик так поставил на всякий случай чуть-чуть. Ну не видно, чтоб забрали что-то. Наверное, пропали все-таки. Сейчас забираем эту банку отсюда. Опа, так. Можно другим каким поставить. А не, есть сегодня. Что-то выглядывает. Не все еще пропали, сидят немного вон. Здесь мало пчелок, я их струсил на две рамочки, между двух рамок сидят. Жалко, конечно, если все нормально будет, то я им, наверное, матку бахвоста подсажу. Все равно семья в этом году уже меда не принесет, это а подсиливанием даже чем заниматься я не люблю. Расплод таскать с разных семей. То я им, скорее всего, матку заменю на матку бахвост. Да хай. Как раз на тот год семья будет расплодиться. Что, наверное, они у меня пропали в этом году, расплод растили. А что растили, наверное, перетеплил немного. Верх-то ерунда, я верх утепляю все время на зиму хорошо. А вот сейчас боков добавил утепление. Да. Боковое повлияло. Закрываем. Сиропчик этот я потом куда-нибудь поставлю. Покуда хай на улице стоит. Это наша местная пчелка. Ну вот бахвост интенсивно облет проводит сейчас. С молодыми матками, да. Эти то немного тоже ослабли. Я им не успел открыть в том году обработать то, что три магазина стояло, решетка там разделительная, это чтобы матка не проходила, то от клеща не обработал вовремя. Да по осени только так много пчелы, это что слабые. А вот в этих, что с молодыми матками, тут посильнее получается. Много обножки несут сейчас. Видно, почти вся пчела с обножкой летная, что на работу летает. Но это облет, что с облета, то они так прилетают пустые облеты. Ну, наши местные будут облетываться, наверное, после часов двух-трех где-то дня. Бахвост, конечно, хорошо. В лед пошли. Да и думаю, работать в этом году будет неплохо. Единственное, что рапс у нас посадили. Посеяли рядом. Километра 3,5 по прямой где-то. Даже меньше будет. Может 2,5. Ну, около 3 край поля. То будет рапс носить. Рапс я не люблю. Соты вечно портит весь сот портит. Вот это бахвост у нас. Как бы сказать, матка была бахвоста темноватая немного такая. И трутень местный, так они какие-то серые вышли все равно. Ну, с желтыми полосками есть немного темные. Посмотрим, что они по злобливости. Обычно в том году лазил, то не очень так нормально вроде были. Думаю, и в этом году нормально будет. Все с обножкой идут. Думаю, так, если погода будет теплая, передают то днем плюс 8-9. Если где такая погода, то будут развиваться. Можно и вощинку уже ставить. Только позже нектар поставим в вощину. Ива покуда еще не зацвела. Чисто пыльценосы. Яблонька тут у меня стоит. Отпилю немного ветки, да сюда улей поставить надо. Нельзя.
тот рад. Уберу немного ульёвый сюда. Переставлю. Много обножки несут. Чё плашат? Пошла полностью обножка. С такими темпами через неделю уже будут гнезда забиты расплодом. Они уже будут забиты этим, вот когда сироп ставят, а за перегородкой глядел, сидит много пчел уже. Уже за перегородку пошли, надо им ващину ставить. Так, ладно, больше ходить тут стоять не буду. Мне нравится пчелам это дело. Надо съездить сейчас в город по делам, а там приеду, если погода не сменится, будем обрабатывать сегодня от клеща бипином раствором. Там написано, типа, по расплоду нельзя, не знаю. Но факт в том, что этот расплод то не кончается никогда осенью. До морозов зимой и весной. А когда на улице минус, особо не попрыскаешь ничем. Так что от хлеща обработаем, весеннюю обработку проведу. А там уже летом полоски поставим ближе к осени. Ладно, хай пчелки работают. Бляха. Опять чуть-чуть лазня упекла. Ладно, буду заканчивать. Елки-палки. Подставляю руку, чтобы укусила. Не целится или в глаз, или в нос, или в бороду. Мне нравится им. Это привычка у пчелок. Бросается или в глаз, или в нос. Постоянно. Подставил руку, чтобы укусила, не, она бросается все равно в глаза, за лицо пытается укусить. Надо в маске уже ходить, снимать все дело это, то что потеплело уже, так пчелы активные, не нравится им хождение перед летками. Ну, всем удачи. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачного начала сезона. До свидания.